283 обладателя золотых и серебряных медалей, 25 стобальников по итогам единого государственного экзамена, 16 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Такие высокие результаты – заслуга работы педагогического коллектива и грамотного управления. В 15-м лицее работает один из самых лучших педагогических коллективов. Творческий, мудрый, очень профессиональный и, самое главное, бережно относящийся как к своим детям, так и к своим родителям. За 60 лет в стенах здания накоплен богатейший педагогический опыт. Сегодня в приоритете инженерное образование и углубленное изучение точных наук. Школа – это постоянно развивающийся механизм, поэтому мы постоянно смотрим вперед. Безусловно, самое главное для нас, сохранив те традиции, богатейшие традиции, которые есть у лицея, двигаться дальше. Олимпиадный рейтинг, образовательные результаты, конкурентная способность выпускников. На протяжении нескольких лет 15-й лицей попадает в топы лучших школ России по различным направлениям. За последние десятилетия более 500 выпускников успешно сдали ЕГЭ и поступили в ведущие вузы страны. Это гордость. Мы гордимся, что учились именно в этой школе, что мы были сначала гимназистами, потом лицеистами и закончили в этом звании. Наша школа известна не только в нашем городе. Я училась в Нижнем, Настя в Питере. Как бы даже там знают нашу школу. Свою школу и любимых учителей выпускники вспоминают самыми теплыми словами. В день празднования юбилея они вышли на сцену вместе с теми, кто носит гордое звание лицеиста сегодня. Мои незабываемые школьные годы сделала Марина Леонидовна Михалева. Марину Леонидовну вспоминают все абсолютно, и она сделала невозможное. Мы бежали в школу, мы прям летели туда, мы хотели не только учиться, но и творить. Весь вечер коллектив лицея принимал слова поздравления и подарки от гостей. В честь юбилея педагогов наградили грамотами и благодарственными письмами. Дарья Цыпарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.